Всем привет, ребята. Продолжаем марафон по форсдропу, по нашим замечательным зеленым. Я до сих пор так и не определился, то ли хули, то ли холи кейсом. Сейчас пополним баланс. Вчера мне один из подписчиков скинул промокоды. Огромное спасибо тебе, человек, за эти промокоды. К сожалению, я сейчас ник не вспомню, но огромное тебе спасибо. Вот написал, что промокоды бесконечные, ребят, поэтому если кому-то надо, можете, наверное, тоже их использовать. И если те, кто меня смотрит, тоже кейсы открывают. Так, давай посмотрим. Потому что плюс 30 к балансу, в принципе, хорошенькая мотивация. Давай. И давай. Так, а ну-ка, знаешь, что мы сделаем? Подожди, мы же сперва давайте-ка крутанем колесо. Может, там какая-нибудь хитрая какая-нибудь условие какое-нибудь будет, что там надо будет пополнить там, да? Посмотрим. Я не могу его, да, еще крутить? Вы не можете крутить колесо? Ну, блядь. Ну, извини, сайт, если я сейчас колесо не могу крутить, то тогда я пополняю. То-то дым и пополняем. Вроде написано «доступна крутилка». Но вы не можете крутить. Вот это вот некорректно. Что на изике, что здесь. Вроде пишет все окей, крути. А сам хер, говорит. Хер и хер. Так, я хочу, ребят, поблагодарить всех новых. Вернее, поблагодарить, поприветствовать всех новых подписчиков, которые вступили на канал. Да, то есть, в общем, ребят, добро пожаловать. Надеюсь, я вас не разочарую. Вы будете моими подписчиками очень и очень длительное время. Так, все, баланс прилетел. Приятно. Ох, как приятно ощущать. С промокодом-то пополнение там, да. Все время по 250, по 250, а тут аж вон. Чувствуешь себя прям олигархом. Ну что, где тут наши зеленые холи-хули-хули-холи кейсы? Что вы тут мне все? Все говорите, давай, используй свои скидки, да? То есть, да нет, чуваки. Не буду я использовать. Я, короче, выключил звук прокрутки. Как ее убавить, я так и не понял. Я понял, что ее можно отключить и можно. Слушайте, мне кажется, тормозит, да? Такое чувство, что он это что-то подтормаживает. Я вот что-то понять не могу. Я вчера стрим записывал, и у меня такое чувство было, что тоже игра подтормаживала. Ну, может, браузер, я не знаю, что за херня-то такая. Может, мне просто кажется. Может, мне, конечно, просто кажется, что он притормаживает. А может и нет. Может, на самом деле тормозит. Может, с интернетом? Может, от интернета зависит, что это? Почему он так себя ведет, конечно. Это же все-таки это... Браузер открыт. Может, браузер почистить надо? Хер его знает. Ну, давай на керамбите. Вот затормози на керамбите. Нет, эх ты ж сволочь, эх ты ж сволочь. Пока что самый результативный слив бабок, это force drop. Вот именно holy case, это пока что самый результативный слив бабок. Сливает только и сливает, только в путь. Если изик он там тебе там что-то даже возвращает, отдает там, да, то этот сливает тебя вообще методично. Методично. Поэтому, ребята, хотите... Так, что, вы получили разовый бонус за повышение своего ранга 30 рублей? Не, ну, конечно, зашибись. Это типа ты мне говоришь, скинами, что ли, ты мне на 30 рублей дал? Не, ну, заебись. Я что теперь... Что ты мне... Поздравляю вас с выигрышем крутого дропа. Подожди, а... Подожди, чё я там выиграл-то крутого, что, блядь, ты мне аж... Подожди, ну-ка, ради прикола, давай зайдем, как его индроп крутым считает. Просто все понятно будет сразу с этим сайтом. Так, что вот из последнего... Что вот, смотрите, вот, блядь, не зря видос идет, да? Вот я даже не помню, что у меня тут последнее было, ну, сука, на этом листе я не вижу ничего крутого.
Вот что крутой? Вот если он говорит, поздравляем, с каким крутым? Это ты мне вот эти вот береты вспомнил, которые я еще хер знает когда, что ли, выбил или что? Или это вот это за 25 рублей скин? Ты крутым называешь, что мне такой бонус всучиваешь? Ты, короче, сайт кого хочешь-то на Е, а? Крутой бонус. Я там уж думал, нихуя себе, я там, блядь, продал что-то такое, что стоит, а тут на балансе-то он... Вот на ёбщике, так, на ёбщике, да? А чё у меня? Как я успел-то этот ранг новый апнуть? И даже и тут не заметил. Чё за херня-то? Ну, сейчас еще мне напиши, что я крутой бонус выиграл. Не выиграл, да, я крутой бонус опять? Эх, жаль, а я так хотел крутой бонус выиграть. Ох, жаль. Слушай, может тут это... Может тут на этом сайте надо не от 40 рублей скины оставлять там. От 10 вообще. На этом холли-кейсе, на этом чудном. Не, ну я же на изике сперва, у меня цета была там типа от полтинника буду оставлять. Но потом до 40, то есть снизил планку. А тут от 40, тут я не знаю, может, а может до 30 снизить имеет смысл, как вы думаете? Ну там не знаю, если кто будет видос смотреть до этого момента, досмотрит, напишите коммент. Как думаете, имеет смысл до 30 рублей там снизить планку, чтобы на контракт оставить? А что? Ну тут вообще как бы ни хера, ни фиолетового, ни красного, ни желтого. Ну желтого мне на изике тоже не падало. По крайней мере мне падало. Стой, а может быть... Знаешь, что надо будет сделать? Надо что будет сделать? Ну-ка, вот карточки это что? А, карточки это... Это не то, да? То есть это никак на этом. Карты там открывать, это надо просто открывать карты с кем-то, ты соперничаешь, получается. Я думал, карточками открыть можно. Нет, нихера. Это, посмотрите, короче, промокод на 30%, это 75 рублей мне. По промокоду пролетело. 30% мне дали, 30, вернее, рублей дали разового бонуса за повышение звания. Я теперь сильвер какой тут второй, да? Ну, прям как у меня в Counter-Strike звание. Не, а второй, не, в Counter-Strike я третий сильвер. Че я тут гоню-то? Я в Counter-Strike крутой. Там у меня третий сильвер. Хотя, когда я апнул только звание, 10 пока так было, у меня был сильвер элита. И я слился. Хер его знает, что за это. Я не знаю, каким образом там ап работает. Потому что там 3-4 игры в подряд выигрывались. И один хер звания не апалось. А вот 3-4 игры, когда проигрывал, звание слетало. Я черт узнает, может там от киллов зависит это все. Но меня бывало кикали просто, когда начинаешь тащить, вот, с нерусями играешь, и там, наверное, еще хуже тебя попадаются персонажи. То есть меня часто кикали, когда я был во главе списка, то есть больше всех по киллам. Я не знаю почему, потому что я их не понимал, что они там на своем птичьем языке лопотали. У меня просто кикали и все, и было очень неприятно. Ну что поделать? Может там от количества киллов зависит это все. Чем больше их набиваешь убийц за матч, тогда звание апается. Ну, я как бы в это не вдавался. Так, ребят, напоминаю, что 1 ноября у нас розыгрыш. Осталось буквально несколько дней. Я сегодня посмотрел, сколько лайков под видосом. Там у нас 11 лайков. Я так понимаю, значит, это 11 участников, да? Будет 3 приза. То есть пока что шанс выиграть какой-то сочный дроп равняется 30%. Вот. Пока что где-то порядка там, нет, 30, ну, даже где-то процентов 35 шанс выиграть какой-то сочный дроп. Вот. А может быть, кому-то удастся выиграть два или там все три приза забрать, я не знаю. Поэтому, чтобы участвовать, условия будут в описании под видео. И маленький нюанс, я всегда это повторяю, аккаунт у вас должен быть открытый. 1 числа обязательно откройте аккаунт. Это будет у нас воскресенье. Я, скорее всего, с утра уже буду записывать видос. Разница с Москвой у меня плюс 4 часа. Поэтому, если вы живете по времени Москвы, и у вас меньше на 4 часа, то к 6 утра по вашему там времени или ко скольки видос уже будет записанный. Поэтому открывайте лучше
с 31 числа, чтобы точно участвовать в розыгрыше. Чтобы точно вы могли принять участие. Ну смотри, ни одного сегодня сочного скина. То есть это какая-то такая, знаешь, месть за то, что я использовал промокод и мне еще вы бонус дали. Типа, говорите, вот вы разовый получил тридцаточку и радуйся там, да? Подожди, так, нет, давай мы сейчас не будем это продавать, мы из этого говна будем делать контракты. Ну, может, повезет, может, там за 40 рублей что-нибудь скрафтим. Слушайте, ну это вообще пиздос полный. Ну, я сказал, что если в течение 7 дней, сегодня у нас пятый выпуск, вот еще два выпуска, 7 дней, здесь ничего приличное не выпадет, я, короче, шлю лесом этот сайт и нахер он нужен. Ну, неинтересно, понять, не профитно, да? То есть я отсюда еще ни одного скина не забрал. Я не забрал ни одного скина. Я ничего сочного еще здесь не скрафтил. Ну, то есть это вообще просто позор какой-то, блядь. Блядь, а что ты вот, не знаю, что ты... Видос вроде на это... Видос вроде нормально идет, не тормозит на YouTube. А что ты-то тормозишь так? Что ты-то так тормозишь? Так, тут тоже балабас, да, попробовать еще тут на 2-1. Нет, один я открывать не буду, потому что у меня какой-то бонус горит. Давай залетим в... Ой, блядь, контракты. Вот. Мы сейчас сделаем по следующему принципу. Сперва все самое дешевое. Все самое... Ну, то есть до 2 рублей, да, например, сперва мы закинем, чтобы... Так, до 2 рублей. Еще 4 скина надо. Я... Так, теперь от 2 рублей что-нибудь. 2, 2 и... Вот, есть за 3, 10 еще и за 4. Вот. То есть у нас 23 рубля мы закинули. И мы сейчас либо за 5, либо за 92 получим. Ну, за 92, естественно, мы оставим для следующего дорога за 6. 6,67. Так, давай мы попробуем еще раз. То есть ты же у меня есть тут? 6. А где ты? Обновись. Где? Вот он ты, да? Теперь ты пиздуй в контракт. Ты. На первый, второй рассчитайся и в контракт. Пипец, блядь. Чё, теперь смотри, у нас... О, 61 рубль контракт, сука. Баснословные бабки просто. Баснословные. Перекрестим. Перекрестим. И... Спасибо. Ребят, ну... Хорошо. Хорошо. Я, конечно, не посмотрел до скольки, но мы закинули 60, но мы хотя бы больше вытащили. Короче, в общем, хорошо. В общем, хорошо. А теперь у нас есть уже 7 скинов в нашей коллекции, чтобы... О, и бабки на балансе есть. На один этот хватит. На один кейс хватит. Сейчас крутанем. Давай крутанем на один кейс. А, блядь, на один я же сказал, один крутить не буду. Да, я не буду один крутить, потому что, ну, неохота мне, блядь, дисконты эти тратить на этот сраный кейс. Я уж лучше, может, день на седьмой запиндюрим сюда что-нибудь это. Тут за косарик закинем, да посмотрим, как дорогие кейсы откроем. А, ну, хотя сколько там надо закинуть-то? Этот один же у меня дисконт до 600, другой до 800. Так, давай-ка приценимся сейчас, что у нас тут можно. В принципе, смотрите, вы можете в комменты написать, какие бы хотели, чтобы я кейсы открыл с дисконтом там, да. То есть, ну, один до 600, другой до 800 рублей. То есть, можно, в принципе, открыть два кейса. Тем более, мне босяцкий подгон был, да, то есть, на 30% можно на этом как-то сыграть там выгодно, да. Вот, поэтому, ребят, напишите в комменты, какие кейсы хотите, ну, два кейса, какие дорогих, чтобы хотели, чтобы я открыл, и я непосредственно их открою. И я их непосредственно открою, потому что, ну, я тут хер его знает, выбрать не могу. Как бы я здесь неопытный, тем более пользователь, не так часто бываю, и тем более сайты меня как-то очень не любят. Может быть, у вас есть какие-то счастливые кейсы, с которых вы окупались. В общем, напишите в комменты. Ну-ка, давай колесико попробуем. Может, напоследок мне колесо порадует меня. Нет, не хочет радовать. Я, черт, во сколько я вчера-то видос писал, что ты колесо до сих пор недоступно. Ладно, ребята, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии и, конечно же, участвуйте в розыгрыше. Все, всем пока, до новых встреч.